Я знаю, что мне повезет. Добрый вечер, дорогие наши зрители. Здесь традиционно в 20:55 на телеканале «Самара ГИС» с вами Юлия Черняева. И мы подводим каждый будний день здесь итоги розыгрышей в нашей социальной сети, в группе ВКонтакте. Если вы еще не в курсе, то действительно аттракцион удивительной щедрости. Мы с большим удовольствием, абсолютно не жалея ничего для вас, разыгрываем сертификаты, пригласительные, какие-то удивительные, мне кажется, билеты в кино или билеты на спектакли. Все только для вас. А вам всего лишь навсего нужно зайти в нашу группу, адрес вы видите на экране, вступить в нее, сделать репост записи об очередном розыгрыше и оставить свой порядковый номер в комментарии. Обращаю ваше внимание, друзья, что комментарий у нас принимается до 90 номера, потому что у нас принцип лотов в нашем мешке, всего лишь 90 бочонков, не больше. Об этом обязательно помните. Ну и, конечно, не ругайтесь, пожалуйста, дружите друг с другом. И, конечно же, спасибо всем тем, кто у нас там есть. Есть даже те, кто бдит за правильностью номеров, вам отдельный большой привет от меня. Ну, мы с вами здесь находимся в эфире, а главная составляющая эфира правильно – звук, картинка, видео и многое-многое другое. Но прежде всего, конечно, хотелось бы сказать о тех тружениках тыла невидимого фронта, о наших монтажерах, которые делают эту картинку для вас такой, чтобы вы ее смотрели с большим удовольствием. Итак, в нашей студии сегодня человек, который будет решать вашу судьбу – это режиссер монтажа Владимир Поздняков. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер, Юлия, добрый вечер, телезрители. Вова, скажи, пожалуйста, тебе вот на телевидении нравится работать? Вообще, что может быть самое для тебя интересное в этом опыте? Конечно, нравится работать на телевидении. Всегда мечтал, вот попал, уже много лет тружусь. Работа интересная. Сложная? Сложная, но интересная. Творческая, постоянно нужно что-то придумывать. Развиваться, да, новые фишки узнавать. Но это интересно. Ну, так саморазвитие, дорогие друзья, еще никто не отменял. Владимир, ну давай, как говорится, тасуй наш мешок. Мы сегодня разыгрываем два пригласительных билета в театр «Самарская площадь». Один из наших театров предоставил билеты на два спектакля. Это спектакль «Кроткая» по Достоевскому и спектакль, который, я думаю, всем тоже будет интересно посетить. Это спектакль, который называется «Планета» по Евгению Гришковцу. Итак, давай, наверное, с «Планеты», собственно, и начнем. 15 апреля. Владимир, кто же отправится у нас на этот спектакль в приятной компании какого-то своего дорогого человека? Это номер? Это номер 87. Номер 87. Везет этому номеру. Я уж не знаю почему, но мы вас поздравляем. Вы отправляетесь на спектакль «Планета» и спектакль «Кроткая», который также 15 апреля вас ожидает. Номер, который мы сейчас будем вынимать. Вынимаем. И это номер 5. Номер 5. Отлично! 87 и 5 – таковы выигрышные номера сегодняшней игры. Владимир, тебе большое спасибо. Давай творческих успехов, саморазвития. И спасибо, что делаешь нас красивыми и, в общем-то, такими приятными для зрителя. Дорогие друзья, прямо сейчас забегайте в нашу группу. Очередной розыгрыш уже стартует. Желаю вам удачи. Я знаю, что вам непременно повезет. Встречаемся завтра в это же самое время. До свидания.